Где самое лучшее место для отдыха в Челнах? Это парки. Почему все говорят парк и набережная? Вот все говорят парк. Потому что здесь больше мест нет, в принципе. Не могу даже придумать, что у нас еще есть. Так всего много, что высказать не могу. Привет, друзья! Это Набережные Челны. Я приехал сюда специально со своей съемочной командой, чтобы поговорить с челнинцами вот на какую тему. В этом году COVID-19 полностью поменял туристические потоки. Границы закрыты, но у нас огромная и красивая страна, и не менее прекрасная республика, по которой можно путешествовать. Интересно, челнинцы считают свой город привлекательным для туристов? И где они обычно сами отдыхают? Давайте поговорим с ними об этом. Какое в Челнах самое классное место? ГЭСовская набережная, скорее всего. Набережная это. Какое самое классное место для отдыха в Челнах? Для отдыха? Ну, набережная, наверное, ГЭСовская. Очень классно. Ну и парк. В Челнах где можно отдохнуть? Хороший. В парке? А вот визитной карточкой Челнов, на ваш взгляд, что является? Я не могу сказать. Вы бы советовали людям, которые не были в Челнах, сюда приехать в качестве туристов? Нет. Почему? Потому что всю жизнь тут живу, мне тут особо ничего не нравится. Вообще в Челнах какое самое классное место? В плане развлечения? Вообще, да, в плане развлечений и отдыха. Ну, в плане развлечений и отдыха у нас в основном это парк, получается, Победы и наша набережная. Стоит ли сюда приезжать людям, которые здесь не были? Ну, конечно, у нас такой город красивый, вы что? Стоит, конечно. Самое классное место в Челнах какое? Парк. Парк? Да. Какой неожиданный ответ. Еще, наверное, набережная. Набережная, да. На ГЭСе тоже набережная красивая. И на Зябе. И на Зябе. Везде, да. То есть парки. Есть ли у Челнов какая-то визитная карточка, ради которой стоит людям приезжать из других городов, не только Татарстана, но и России? Сосиски в тесте. Мы пытаемся выяснить вообще в Челнах, где можно отдохнуть. Где самое лучшее место для отдыха в Челнах? Это паркинг. Паркинг? И набережная. Хорошо, а вот вы сами в основном в городе отдыхаете, либо за город ездите? Ну, на Каму ходим. Загорать так ходим на Каму, конечно. На рыбалку ходим на Каму. Куда можно сходить в Челнах? Где можно отдохнуть в Челнах? Где отдыхают челнинцы в Челнах? Ну, так только вот в парке здесь, и на ГЭСе тоже в парке. Почему все говорят парк и набережная? Вот все говорят парк. Потому что здесь больше мест нет, в принципе. Для такого вот развлекательного семейного отдыха у нас есть как раз-таки парк, бульвар и две набережные. Все, в принципе. А какая набережная? Которая находится на Зябе. Там очень прикольно. Почему-то все говорят только про набережную и про парки. Неужели нет чего-то третьего? Ну, других нет таких нормальных, красивых. Ну, улицы бывают красивые. Набережные парки. Пока никаких других вариантов челнинцы не предложили. Буду искать дальше какие-то интересные места. Скажите, самое классное место в Челнах? Кроме только парков, пожалуйста, набережных. О, как раз хотела сказать набережную. Нет, так не пойдет. Бульвар. Все говорят набережную. Бульвар. Бульвар? Какой именно? А у нас один бульвар. Энтузиастов? Да. В Челнах самое классное место какое? Сначала я в городе, вот туда сходите, там очень хорошо. Там, где купаются, там пляж, вот туда съездите, там этот есть клуб сандали называется, уличный торговый клуб. Он на работу, наверное. Вот там хорошие девочки есть, можете съездить. Пиво продают? Пиво продают, да. Все продают. Спасибо. Сегодня вечером пойдем в Чалаяр. Скажите, в Челнах какое самое классное место? Знаете, ну мы кроме Парк Победы, еще парк, это у нас бульвар энтузиастов. Набережная на ГЭСе очень хорошая. Здесь набережная в новом городе тоже очень хорошая. Не могу даже придумать, что у нас еще есть. Так всего много, что высказать не могу. А вот людям, которые никогда не были в Челнах и хотят посмотреть Татарстан, вы бы советовали приехать сюда в качестве туристов? Почему бы и нет? Самое классное место в Челнах. Это набережная. И, наверное, еще парки, да? Ну, парки, да. И бульвар энтузиастов. Да. У нас мало. Но народ всегда есть. Вы бы хотели уехать из Челнов в другой город, переехать? Нет. У меня дочка уехала в Казань и до сих пор не может привыкнуть. Второй год живут и постоянно сюда приезжают. И говорят, лучше наших набережных Челнов, нету города. Там в Казани, это действительно Казан-котел, все киш-миш там.
Судя по опросу, Челны – это город набережных и парков. К сожалению, местные жители не знают, ради чего сюда еще можно приезжать. Хотя многие люди находят город довольно уютным и не хотят отсюда переезжать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте лайк, оставьте комментарии. Нам будет очень приятно. Это был Нияз Гатаулин, Татарстан, да, Челны. Пока!